Вот так мы работаем. Ну давай, Рома, Рома, давай, пускай люди узнают, как ты фоткаешь. А, побега, как обычно. Ну я ж на видео снимаю, чтоб это... А вот наши... Вот такой салончик. Какие кресла, а? А тут Рома появился. Давай, Роман, скажи насчет этой машины, если что, не думаешь, это будет только на драйве и машина, ВКонтакте, наверное. Машина нормальная, не говно. По крайней мере, не говно. Конечно, за 1,5 миллиона, или сколько там, 2 миллиона. Да какие два? Ну, полтора. Даже меньше. Ты купил себе такую? Нет, я бы Сироку купил. А почему? Потому что Сирока легче, меньше и быстрее. Рома, почему ты всегда какой-то такой, как будто ударенный? Носим мы завершаем. А вот видите, кстати, да, где мы, да? Вон там какой-то такой, ух, обелиск.